Добрейший вечерочек, друзья, с вами Ферамир и Эдисон. Всем привет-привет. И сегодня мы продолжаем играть в GTA, но уже в онлайн, на своих тачилах, будем гонять другие тачки. Да, и идем проходить задание, которое находится уже очень рядом с нами, да. Ну что, поехали быстренько. Давай, аккуратно, потихоньку туда приблизимся. Ой, блин, читайте, я так бортанул, Так, давай смотри, мы, ребятки, уже начинали, да, давай... задание нас от нехило так нагнули, да. Поэтому давай аккуратненько так со стороны начнем. Давай, знаешь, что сделаем? О, люди наглые. Ой, what the fuck? Давай, знаешь, что себе сделаем? Вот такую перегородку. Давай сзади меня стань. Да-да-да, мы такую, понял? Знаете, ребят, естественную или искусственную, наверное, скорее баррикаду себе создадим здесь. Баррикада? Так, о, все. Замечательно. Я за своей тачкой, ты за своей. Вид от первого лица, и будем сейчас истребление нигеров потом, вести. Вот потом сходишь со мной в Amunation, я себе прикуплю новые пушечки. Да, я ему тоже себе куплю, в принципе, деньги у меня есть, а все крутые пушки я еще себе купить не успел. Так. Там реально много нигеров, Эдисон, давай, короче, нужно разрядить. Я отхилился, знаешь, как тут отхилиться? Как? А, покупаешь себе еду и просто ее хаваешь в меню. А вот у меня есть еда, я знаю, как ее хавать, но я почти еда, которую хп не восстанавливает, которые по дефолту были, какие-то там шоколадки. А, ну, ты можешь прикупить, я себе прикупил, я сейчас могу восстанавливать. Это очень круто. Если не секрет, то скажешь, откуда это вообще такое чудо? В смысле? Ну, покупаешь шоколадное в обычных магазинах еду. А, которые заправочные. Ой, блин, меня сейчас застрелят! А, блин, я рано вышел, сейчас такой думал, что может победили, да. А что-то подсекаю. Я не знаю, заправочная или нет, ну вроде там, знаешь, какие магазины там, которые можно грабить. Сначала покупаешь. А, ну, прикольно. Сзади машины, да. Покупаешь сзади. Ну это вроде бы машины дружелюбные, по крайней мере, они специально скрываются. Ой, дайте я посижу вот тут. Но они, знаешь, урон-то наносят немало, то есть вроде бы, да, обычные такие ниги с района, а почти сразу могут убить, да, если неудачно. Ты водишь? Да, и давай. А, давай ты, я буду отстреливать. Всё, сзади нас уже, видишь, убиваюсь. Ох, сейчас меня убьют, мне так кажется. У меня есть обрез и... Что у меня еще есть? Этажный пистолет. Я попытаюсь как можно быстрее доехать, чтобы... Да, блин, я вижу этих засранцев. У нас 800 метров осталось. Давай, держись. Блин, я нифига не попаду здесь, знаешь, все это, ага, качается. Ну, смотри, я вообще хитовый, давай, давай. Давай, давай. Тут еще 600 метров осталось. Главное, чтобы за нами не выехали какие-то тачки, какие-то гангстеры. Они при приближении к точке назначения, они немножко сами отваливают. Даже сейчас вот смотри, вроде, ага, бы их нет. Либо они сами свалили, либо мы отстали от них. Ну, вначале там на угле одном стояли, как бы засада, знаешь, но уже вроде никого нету. Да, но у меня пару раз такие были случаи, когда я уезжал, меня просто через окошко заднее расстреливали, и да, всё. Да. Было такое. Такое тоже бывает. Так, ну давай припаркуемся. Надеюсь, нам 1010, так сейчас бабосов зелененьких дадут. Было бы круто. Я надеюсь, что мне уровень поднимут, хотя бы на 11. Так, Симон, старый приятель. Не идеально, он пока стоит. Охренел, да? Да, что-то ему еще не нравится, мы с тобой жизнью рискуем, да, а он еще придирается к нам. Пройдено. Ой. А что вот это GP, я как-то не могу понять. Я до сих пор тоже не совсем разобрался, кстати, мне 13 уровень дали. Вау. РП я знаю, как бы. Это репутация. Типа просто опыт, а GP, это, по-моему, типа какой-то опыт в самой вот этой сессии, в которой мы находимся, либо что-то такое. Ну, кстати, если кто-то из ребят знает, кто-то уже играл. Да. Будем благодарны, там, если напишите. Да, мы всегда рады вашим советам. Так, выходим, давай сейчас, да, тогда перейдем в свободный режим, да. Думаю, из-за этого как раз вот покатаемся немного. Пойдешь со мной. А, да, точнее, боеприпасы можно. Пойдем. Кстати, воспользуюсь минуткой такой небольшой, пока мы ждем. Мы с Эдисоном хотели такое объявить. Если кто-то из вас вдруг играет в GTA и смотрит наше видео, то мы можем, в принципе, создать банду, и тогда будет, мне кажется, удобнее проходить. Как ты думаешь, Эдисон? Кстати, да, мы будем создавать свою собственную банду, клан, где будем состоять все вместе со Злагором, может, еще с нашими друзьями. И также будем рады, если наши подписчики тоже туда будут вступать. Будем рады всегда с вами поиграть. Да, и, в принципе, можете у меня в комментариях, либо у Эдисона в комментариях написать ваши ники в Social Club, и мы вас, соответственно, туда пригласим, ну, и в друзья, и в банду, там, и куда хотите, то есть, да, все от ваших. Или вы можете просто-напросто увидеть наши ники, которые сейчас находятся вот тут, и просто-напросто добавить нас в друзья тоже в Social Club. Так, Эдисон, короче, я прогрузился, ты еще грузишься? Я еще, или ты, да, уже тоже? Загрузка. Так. Ну, я не думаю, я пока что будет свой долго. Тачил, вот, давай, давай. Как раз сейчас ночь, мы с тобой под покровом ночи начнем грабить магазины. Кстати, как тебе идейка съездить на пляж?
Санта-Моника ночью, ну ты понимаешь, что там, ну... зайти. Я не знаю, давай, может, на следующую ночь. Ну да, ну... А с другой стороны, мы все равно в своих спорткарах не сможем там подкатить, потому что нужны четырехдверные машины. Так, смотри, я к тебе еду. Ну, можешь, в принципе, свои машины, то есть это... Ну да, смотри, я предлагаю пойти купить себе новое оружие, потом пойти купить... Да, и потом купить испытать себе... его сразу. Нет, да? Сначала пойти купить себе масочки для ограблений. И после этого уже грабить какие-то ларьки, мне кажется, будет круто. Давай, веди. Так, сейчас. Там. А, ну, в принципе, можешь под GPS его быстренько найти, ближайший. Давай. Как-то далеко она указалась, если честно. Далеко? Ну да, ладно, очень. Давай, заодно проедемся тут. Да все, мы приехали. А далеко? О, мне кто-то звонит, Анил. Сейчас, сейчас, тихо, он разговаривает. Кепка сейчас, здесь вот там Omnation. I'm talking parachuting. San Andreas is full of totally rad jump spots. Тебе звонил Доминик какой-то? Доминик? Мне он сейчас звонит, что-то там базарит. Ладно, о, места, где можно прыгать с парашютом, теперь обозначены на карте метками. О, то есть смотри, фермер, мы даже потом с тобой с парашюта сможем попрыгать. Ради прикола. Да, прикольно. Кстати, я давно реально не заходил в эту мунэйшн, у меня тут разблокируется прям очень много пушек, поэтому нам сейчас будет все это прикупить. Так, пистолет, пулемет, УЗИ, парашют. УЗИшку я не знаю, парашют у меня еще заблокирован. А, ребята, то есть не забывайте, у нас через пару уровней, как через пару уровней, фермера уже у меня через уровень откроется ограбление, поэтому приготовьтесь. Да, и мы уже, в принципе, в следующей серии уже сможем пойти на ограбление, что, я думаю, тоже очень так неплохо, как да, минимум, очень неплохо. Кажется, будет круто. Да. Так, все, если я купил, короче, какой-то пистолет-пулемет, типа какой-то МП какой-то там, и сейчас УЗИ, ну, хотя это не УЗИ, это фиг пойми что, ну окей, все, я тоже себе купил там патрончики. А, так, мне, я не знаю, может тебе РПГшку купить, ракетная установка, земля-воздух. РПГшку? А, ну вот я вижу, тут есть, да, какие-то ракетницы за 75 штук, я но она, блин, реально 75 штук стоит, офигеть. Я по... А, короче, я покупаю. Купил. Блин, ну давай. Спонсор сегодняшней ракетницы Эдис. Так. Я тогда куплю себе сигнальный пистолет. Не знаю, зачем он мне нужен, но будем считать, что это полезно. Я понимаю, что она дорогая, но как бы, знаешь, она пригодится очень даже. Поэтому... Да, то вдруг за нами, короче, авиация вылетит, а мы там типа «Дай бич!» И все, и конец. И будет точно очень быстрая кончина. Так, все, у меня, короче, теперь есть сигнальная ракетница. Я хочу сейчас сразу ее использовать в каком-нибудь, допустим, на ней. Так, ну давай, ты там делай, я тебе, наверное, я не знаю, покупать себе УЗИшку или нет, как думаешь, ты себе купил? Купи, я думаю, она в любом случае тебе пригодится, потому что у меня был такой случай, я отправился на задание, у меня кончились патроны для штурмовухи, а из дробаша, как бы, на таких заданиях не очень круто, потому что тебя просто убивают моментально, что тоже не очень классно. Так, я сейчас, короче, испытаю краш-тест ракетницы на машине, но она не попала туда, пак-пак. Попробую так, более вплотную. О, мне задание новое дали. Давай, а мне, кстати, тоже Джеральд, позвонил. Да-да-да. Начинаем? Ну, давай, в принципе, можно начать это задание. Там будет больше перестрелок, чем сейчас у нас было. И это будет, может быть, даже немного трудно. Да, то есть в первую очередь у нас идет это задание... Ой, блин, меня менты тут... Меня менты сейчас вязать будут. Так, смотри, вызывай их. Я пока еще буду их отгонять. Давай. То есть, мне кажется, на первом месте идут задания вот эти, да? А потом, если мы их проходим, то потом можем уже к второстепенным, то есть ограбление магазинов, да? И да, другое. В принципе, там денег будет поменьше, ну и тем более мы сейчас тебе уровень качнем, чтобы в скором времени нам можно было отправиться на реальное ограбление, уже не шуточное. Я тебя пригласил, но почему-то у меня пригласилось еще двое людей. Я не знаю, кто это вообще есть. А, ну были... нормально. Это, видимо, просто твои друзья. Да не, у меня нету. Да. Вот это поворот, какие-то фантомы. Да. А ты точно эту игру сделал закрытой? Ну да. А вот я вижу только тебя, нормально. Запуск сессии. Так, ну что, можешь начинать, в принципе? Да. Начинаем. Прикольно, там какие-то гаражи. Сейчас посмотрим, что это такое. Опа. Поехали. Он мне как раз Азвагор написал. Гов GTA. Да. Блин. Ну, закончим эту серию. А хотя, в принципе, если Азвагор сам к нам присоединится, то, я думаю, никто против не будет, ну, там, да. Параллельный. В мою, в твою машину, давай, сейчас ты веди. А стоп, а где твоя? О, вот, а моя там сзади. Чё-то я, короче, фризнулся перед своей тачкой. У меня такие лаги почему-то. Так, ну, в принципе, недалеко, всего километр с копейками, так что давай быстренько сейчас туда доедем. Правда, будет... Ой, what the fuck, что это за несло-то?
Нужно быть готовым, что там будет сильное достаточно сопротивление, ну, я думаю, так что нужно будет подальше высадиться. Так же, как у нас самая главная ошибка, это мы просто на пролом идем, а в онлайне это не как в одиночке, то тебя убивают с двух пуль. Если ты в одиночке можешь... Да, если в одиночке можешь просто пойти и хеда ставить. На пролом, то тут такое не прокатит. Ну все, мы уже почти доехали, сейчас там чуть буквально осталось. Да. Не, ну знаешь, на спорткаре или как-то, нет, это суперкар, на суперкаре совсем другие ощущения от езды, я тебе так скажу, прям вообще. О, супер. Я еще попробую от первого лица. Давай, я тоже от первого лица попробую, но будь осторожен, знаешь, потому что я перестал напасть. Ну да. Людям нравится от первого лица, я как-то об этом всегда забываю, то, что им нравится. Но это не очень удобно, поэтому извиняюсь, если мы будем иногда без первого лица играть. То есть, я не скажу, что давай, это очень может удобно. Может быть, ты справа, я стоп тут. Так. А я не знаю, наверное. Давай, ты слева зайди за это. За... Смотри. 1, 2, 3. А, лоу, блин, у меня. Так. Я уже двоих убил. А, стоп там. О, нет. Мне показалось, что опять нас сзади кто-то стрелял, просто никого не было. Да, их убил, да-да. Тут само она, я думал тут это... Да, я тоже так думал. А, тут какой-то притаился чувак, так надо забрать нам тут кокс или что-то, я не знаю. Я забрал, быстро, Фиромир, побежали так, в твою дачку. По-моему, сейчас сюда приедут их подкрепления. Назад. Там реально, назад. Так, подожди, я ракетницу сейчас возьму, я возьму ракетницу. Я двоих убил. Замечательно. А, блин, ракетница через решетку не простреливает, блин, они меня сейчас будут убивать. Ну, я троих убил, там еще один остался, я не знаю, где он. Не разбивай тачку, сейчас мы ее украдем. Он там, я вижу его. Фиромир убил. Ой, давай. Давай. Че, в нее садимся? Да. Ну куда еще? Стыбзили, они нам прикатили ее. И опять за пилота сел. Давай. Ты сел, да? Да. Окей, все, поехали. Блин, это битое стекло, это очень серьезно осложняет видимость. Ладно, выключи первое лицо. Выключи первое лицо, прошу. Да, а то это... Я могу я первое думаю, лица, потому что там я... там колесо, короче, продырявилось у нас. За нами же гонятся. Давай быстро, 800. А, блин. Ай-яй-яй, я как-то даже не заметил, если честно. Давай, короче, подавляй их огнем там этим накрывающим. Блин. Ух, это хреновенько. Это был этот ночной дрифт Лос-Сантоса. Новый прием. Блин, что за хрен? Просто взял вот так вот нас бортанул. Фиромир, нас сейчас убьют! Не, ну я не виноват, что это было за неадекватное видео, у нас просто бортанул какой-то. Вот опять у нас бортанул. Они какие-то, знаешь, как будто в миссии специально делают, чтобы вот в гражданские нас бомбили. Опять у нас дрифт. Но это уже дрифт твой. Давай, С прострельным колесом серьезно. А где прострельно? Если бы второй прострельный, то я бы себя контролировать. Они... Ну серьезно, ну, что ну это уже, было? Наверное, мы виноваты, потому что красный свет. Ты появился сейчас передо мной прям. Ну все, окей, мы доехали, можешь сейчас выходить. Где тут? Шочка подойти. Нам нужно... А просто на точку подходим, и у нас все замечательно. Сюда, да, нужно. Такой Magic the Gathering. Замечательно. Ух, смотри. А, лоу, походу нам придется еще сейчас вторую часть здания выполнять. Иди сюда, Эдисон. Ребят, вы издеваетесь? А, все, сдал. Смотри. Походу нам нужно будет поджечь машины. Они прикалываются. Давай я сейчас сажусь за руль, только не за этот. Давай. Да, то это машина такая не очень, я скажу. Кстати, какие-то нигеры ходят, вот прям которых мы только что стреляли, Давай, Фиромир, за мной. Вау, там смотри, какая точила. Нормально. Это Ламборджини или что это? Хрен его знает. Да, это Ламборджини, у него еще так... Ух, какой звук, слушай. Инфернус, это Инфернус. Она, по-моему, в магазине стоит 500 тысяч баксов. Да, что такое. 440 вроде. Я от первого лица включу вид, чтобы посмотреть, какой там салон, что ребят. Блин, офигенный, знаешь, салон обшит кожей, тут прям ниточки видно, как сшивают этот. Так, Фиромир, что нам делать? Ты готовься, тут их тоже дофига будет, я тебе серьезно говорю, так что готовься, их тут даже больше будет, чем до этого. А что мне делать? А, канистру я могу брать, канистру. На самом деле можно и из дробаша их, из дробаша тачки расстрелять, но... Блин, смотри, они везде, они просто повсюду, лоу. Давай сначала отстреляем тех, которые в тылу к нам заходят, а потом уже туда будем заходить, это у нас просто окружится сейчас. Я спрячусь за этой машиной. Так, ой, блин, там еще какая-то машина, блин, капец, нас сейчас просто окружат здесь. Как до такого дошло вообще? Их там офигеть, просто жопа на нас летит.
Да, жопа к нам приходит, Кока-Кола. Жопа к нам приходит, жопа к нам приходит. Так. Я пока. Я отстреливаюсь через кусты, я не вижу, где они бегут, но я просто, знаешь, на удачу стреляю, как в КС-ке. Да, короче, типа чекнул, как там, не знаю, называется. Да. Чекнул угол здесь. Там или... Ух да, ты, сзади, да, сзади, Черомир, ты меня не прикрываешь. А я там с двоих убрал, и сейчас я к тебе иду на подмогу. Держитесь, Эдисон, я иду! Давай, помогай! А, кстати, тут у нас, кстати, две жизни команды, то есть мы с тобой оба можем лечь и оба сможем переродиться в случае ну, чего. Лучше, но лучше нужно. До этого не доводить. Да. Да. Так, там еще какой-то нигер, по-моему. Нет, давай не будем расстреливать. А хотя смотри, как можно. Так это... О! What the fuck? А я... Стоп, а как я выжил? Прикинь, у меня она даже не особо не сняла ничего. Потому что это я взорвал, наверное, Friendly Fire выключен. Блин, у меня мало хп. Лучше где-то... Давай спрячемся лучше вот тут. Сзади, чувак, я его... Так, давай отстреливайся, я перезаряжаюсь, релодинг. Убил. Там еще один где-то, ща его... Блин, там, смотри, они идут и идут просто. Вообще лол. Нам, походу, параллельно нужно все это гетто вычистить с тобой. Вообще какой-то ад. Да. Наверное, задание ассоциировано не на том, чтобы... Там машина, по-моему, едет к тебе, да? Охрен его знает, я жру. Жрёшь? Так, значит, война войной, обед по расписанию, да? Вот-вот, да. Правильно. Сзади кто-то там набегает на нас. Блин, меня сейчас убьют, у меня уже здоровья прям совсем мало, кропалик. У меня такими темпами патронов даже не останется. Так что, ребята, чуть-чуть поменьше нам гангстеров. Давайте. Ты прям, знаешь, как из огня да в полуме, до этого там чуть-чуть надо было, а тут прям, знаешь, их идут. Прям жесть. Я вон еще двоих вижу на карте. Так, Хермир, ко мне. Иди сюда, прикрывай. Так я тут свою сторону прикрываю, они вот еще даже у меня. Ну просто тебе это нужно видеть, что я сейчас делаю. Смотри, если мы будем шума сейчас много делать, то тут сюда приедет вообще вся эта банда, надо бензинчиком это все залить, ну, короче. Ну так смотри, что я сейчас буду делать, Хермир, иди сюда. Разливай побольше перед этим, да, я бампером хочу, переедем. Я хочу сразу две тачки взорвать. Смотри. Давай иди сюда. Давай быстренько взорвем эти тачки. Давай, по фасту так, давай, разливай тут бензинчик. Да, вот да. Перед кузовом побольше, прям не жалей, чтобы там хорошо бомбануло. Да, я хочу сразу две тачки, то есть, знаешь, зажигаем одну линию, взрываются сразу две. Давай попробуем. Тут понимаешь, с этим бензинчиком некоторые проблемы могут быть, потому что он так как-то странно разливается, я тебе скажу. Смотри. О, да, огонь так пошел. Получится, как думаешь? Ну ты готовься к тому, что сейчас не могут подкрепления приехать. Я сегодня выполнял эту миссию в одного, и меня просто наказали вот как раз таки по харду. Одна взорвется 100%, другая вряд. Я попробую вторую пока что просто через багажник прострелить. Давай. Вот жалко, вот, кстати, я помню в Сан-Андреасе, там были такие точки у автомобилей, по которым буквально пару раз стреляешь, да, знаешь, да. Там собака, и она сразу, да. Короче, взрывается. Было такое, было. Давай, вот взрывайся. Смотри, куда нужно стрелять. Дай мне минутку, Фермер, смотри. О, блин, это было опасно. По-моему, штурмовой винтовки она реально быстрее ложит, чем забреза. Эпик сейчас будет. Так, горит, по-моему, или нет? Ну, по чуть-чуть. Ой-ой-ой, я чуть сам не догорел. Да, отойди лучше. О, как красиво. Побежал. Все, на нас там вроде один бежит, чувак. Я не знаю, может он где-то там... Так, знаешь, он, короче, это такой громила такой, убегает. А, смотри, Фермир, что нам пишет. Главарь хочет уйти, убейте его, то есть мы его не можем... А, блин, надо быстрее, сможешь задание просрём, давай, по фасту. Я как раз вот это, знаешь, не учел. Я просто смотрю, там какой-то чувак убегает. Давай. Знаешь, причем такой рассвет очень красивый, я думаю, ребят, из-за цели. У нас просто какая-то расправа. А, чтобы он в автобусе, лол. Давай в машину, быстро. Что за хрень? А, пройдено? Пройдено. А, ну ведь... А может он типа от ран умер или что, я не знаю. Он угнал машину и, наверное, сам умер. Вау, 10 тысяч баксов. Да, нехило. Просто пацан. О, Азлагор смотрит, смотри. Наблюдает. Свидетель спрятан.
Шоу. Ну что, сколько там серий уже длится? Думаю, что мы можем еще ограбить с тобой небольшую закусочную, как раз там буквально пару минут. Свободный режим. Да. И я думаю, сейчас как раз там можем поиспытывать. Я, короче, свою эту ракетницу попробую на это. А ты купил? Да, я тоже. И она прикупила ракетницы в том, что, ну, во-первых, можно, знаешь, связываться на расстоянии, типа, знаешь, ага, какого-то проблемы, выступил небо, и сразу все понятно. А во-вторых, можно людей поджигать, короче, ракетным зарядом, конечно, это жестко. Ну да, ну эпичная миссия была. Что против каких-нибудь ниггеров будет достаточно эффективно. Классная миссия была. То есть не просто украсть и доставить, а еще потом взорвать машины. Это реально круто. Да. Ну награда хорошая. Ну да, 10 тысяч и вроде 3 тысячи опыта. То есть мне осталось еще практически чуть-чуть, и я смогу участвовать в ограблениях. И, наверное, ограбления это у нас будут следующий шаг какой-то там. Да, все, я прогрузился, в принципе, я тут даже уже, по-моему, вижу твою машину, а вот все, и ты есть. Давай ближайшую эту закусочную с тобой найдем и туда с тобой сгоняем. Давай. Ой, блин, сразу в кого-то вляпался, капец. А, так, ну, я тут вижу чекнутую, по-моему, или... А, нет, она нормальная, окей. Сейчас. Прямо совсем рядом, давай я тогда туда поеду. Давай. Все, погнали. Я за тобой. В принципе, знаешь, два в одном еще и под ментов побегаем немного. Ой-ой-ой. Нас кинуло в какой-то открытый режим, поэтому подожди не секунду. Давай. Я лучше свои деньги сразу на счет выложу, а то прикинь, сейчас нам там где-то засады устроят игроки сервера, и все наши деньги прокакаем. Так. Да, это будет печально. А, в принципе, я тоже могу то же самое сделать. Заодно ребяткам покажу, как это выполняется. Ага. Деньги и услуги. Mazebank.com. У тебя не лагает вообще? А? У меня какие-то такие жуткие лаги на сервере, я не знаю. Видимо, из-за того, что сейчас больше людей, чем вчера, стал играть GTA. Хотя странно, прийти вчера был премьер. Я не знаю почему. Может, Динет у меня шалит. Интернет-шалун такой. Шалун. Пим. Знаешь, мы хотели еще пойти прикупить себе масочки. Я не знаю, будем ли мы это сейчас делать. Ну... Или в следующей серии уже. Если следующая серия будет связана с ограблениями, может быть как раз эти масочки тогда и прикупить, знаешь, там типа ограбления в масках, все дела. Так, все, хорошо, я приехал. Я жду тебя на заправке. Будем-то уходить на твоей машине, потому что она ближе. Так. Интересно, устрашит ли его моя ракетница такая красненькая? Кто идет, ты или я? Давай ты. Давай, я зайду. Я тебя жду в машине уже, чтобы убегать. Какой-то индус. Так, чувак, все, ракетница. Воу, его не пугает ракетница, прикинь. Ну, он думает, ты с ним играешься. What the fuck? Он ничего не делает. Офигеть. Он просто ничего не делает. Мне пришлось убить его. А Злагор шалит тут. Главное, чтобы он меня еще не убил, а то это же Злагор. Так, все. Он неуязвимый. Продавец неуязвимый. Я не могу убить его, лол. Я не могу кассу обчистить. Не можешь? Можешь сам попробовать. Смотри, какие у меня лаги. Ты не... Короче, я убегаю. Я не знаю, что тут делать. Я просто убегаю. Я не могу с этими лагами. Так, да. Ты где? Я пытаюсь сесть в твою машину, правда, происходит что-то необъяснимое сейчас. Я не знаю, это, наверное, не только у меня глючит тогда. Да, походу это сам сервер что-то немного прорисает. Выбрали, конечно, сервер, потому что, если честно, я просто... Ну, это нереально с такими лагами у меня играть, я не знаю, с чем это связано. Это, наверное, реально, мы такой сервер просто выбрали. В общем, ребятки, после этих громких ограблений, я думаю, что можно немного отвлечься и купить нам масочки и еще убить Азвагора. Да, убивай, а то он сейчас нас будет пинать. Давай, а то у нас такой клан Варс начался с Азвагором, ты убил его? Не-не-не, он спрятался. Нет, он сейчас придет, он нас вынесет. Вижу. Давай. С двух сторон, Азвагор, ты где? Блин. Бедный Азвагор. Убили. Давай быстро. Все, давай быстро, покупаем маски, короче, для финальной с обезьяной какой-нибудь. Приходите без полиции. Блин, ментура. Ладно, пойдем просто ограбим магазин, все, потому что сейчас нас придет убивать Азвагор, придет полиция. В общем, ребятки, масочки, я думаю, оставим на следующую серию. Да. Пока что грабанем какой-нибудь Макдак, пойдем. Ты уехал без меня, я за тобой бегал. Давай, я еду. Да, я уже сел в машину. Сел? У тебя какой-то этот гробовозка какая-то. Блин, Азвагор к нам едет, он тут убивать будет! Нет, убегай. Какой Азвагор? Какую сторону? Я не знаю, где магазин. Я вижу. Да, но за мной полиция.
Давай. Окольными путями, как, блин, короче, я здесь мастер какой-то. Быстро. Я вижу там еще одну закуску. Давай на эту, да, давай на эту. Которая тут ближе всего к нам. А, это не туда поехал. Это ты не туда поехал. Короче, сейчас, давай, ты пока что начинаешь, сейчас подъеду, тебя буду забирать оттуда, давай. А да за мной полиция никак от... Да тут капут. Одна звезда, это такое ощущение, как будто 5 нафиг. Да, в международный розыск в Интерполке, так, Сина, одна звезда, кажется, как будто там 5. То есть только полиции, что... Ну смотри, ты их пока что отвел, я быстренько грабану сейчас от... А, все, у меня как раз розыск прекратился. А, ну... Все, я иду в этот магазинчик. Лол, тут какая-то тёлка мне не дает зайти, лол. Нет, подожди, я не могу это просто так оставить. Я, короче, эту тёлку надо наказать. Тёлка. Тёлка, вот мой... Да блин! Вот мой молоток, так, прости меня. Ну вообще, типа, тебе надо просить прощения, потому что все. Эдисон, ты где? Пытаюсь убежать. Полиция. А, тебя до сих пор преследуют? Ну. Так, ну все, давай, чувак, кассу на это. Так, я спрятался в машине. Тоже спрятаться давай. Можно? Можно, если Enter нажать, ты пока пря... Да блин, я уже зашел! Офигеть! Представляешь, это просто какая-то девушка в розовой майке меня по льбу открыла в магазине, короче, лол. Вот что значит, когда оружие разрешено всем, вот что это такое, короче. Все, я убегаю отсюда. Так, о, наконец-то! Все, сейчас я приведу к тебе другую полицию, ты там не расслабляйся. Не, не нужно, не нужно. Спасибо. Так, короче, я к тебе еду, так, аккуратненько так заезжаю. Не, а я, кстати, от нее тоже оторвался, в принципе. Если что, я тебя не знаю. Ты меня не знаешь, да? То есть это, мы не знакомы с тобой. Кто ты такой? Да никто. Куда? В общем, давай тогда выйдем, пока что... Можешь, кстати, параллельно отстреливаться от полиции. Давай просто так по фану, короче, типа, дефаемся от полиции. В общем, Эдисон, что ты хочешь сказать в завершение? Ну, в принципе, напомнить то, что в скором времени мы будем создавать свою банду и будем приглашать подписчиков, да? Да, и, ребят, если вы хотите поиграть с нами, то обязательно пишите свои ники в комментариях, мы вас примем. Не забывайте ставить луис, не забывайте ставить комменты, рассказывать друзьям, и всем удачи. Всем пока.